Всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Серега, Фишман, King and Fire. Пацанчики, поздоровайтесь! Всем привет! Сегодня у нас очень классная карта, называется «Чистое небо». Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Ого, их тут сколько! Ребята, они между собой даже воюют! Ну в этом есть какой-то прикол! Так, внимательно, внимательно! Ого, у него щит! Ребята, это все NPC с оригинальной игры Stalker. Так что, если вам нравится эта игрушка, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что в этом режиме мы еще будем очень много записывать роликов. Серега, у него щит разрушается? Нет, надо ждать. А, понял, патроны зря не тратим тогда, да? О, да. Это на следующий зомби. Убили! Ого, он так прикольно, у него анимация сработала. Угу. Так, Сережка, ты где? Где твой скин? Вот он я. А, я понял, у тебя какая-то эндоскелет добавленный немножко. Экзоскелет. Выше эндоскелетов. Эй, трупейшн! А вот тут собаки. Давай обойдем здесь аномалии, Димас. А где там? Их там много? Здесь аномалии, у меня зашкаливает счетчик. Внимательно. Свиньи! Ого, их тут! Двойной прыжок рулит. А, патроны кончились. Ого, ничего, можно кишки выпускать? Димас, аккуратнее. Слышишь эти звуки? Да. Заряжаемся, пацаны. Внимательно, внимательно. О, это не разговаривают? Они тут друг друга заворачили. Есть. Ого, бежит огненный, Сережка! Отпрыгивай, Димка! Ого! Он что, прыгает? Да. Ты что, Серега, не сказал мне? Я не знал, я рандомных ставил. Офигеть! Ого, он дамажит! А, у меня зашкаливает! Димас, извини, обстоятельства. Ого, это звук счетчик Гейгера? Да. Ребята, ну есть же что такое оружие, вы же понимаете. Я бегу, Димас, сейчас тебя телепортирую, я тебя телепортировал. Все. Вовремя. Посмотри, какая махина на тебя идет. Да такая кабака здоровая, вот. Ого. Это, Серега, какая-то жопа. Это псевдогигант. Ты тоже умер? Нет, ты живой? Я живой. А где он? Где он? А он идет сюда. Ах, блин! Вот. Давай еще, Серега, ты пехай. Будешь. А, ты тоже умер? Да. Нет. Да откуда это бомж? Есть! Я его прям в пятак лупанул. Кто еще? Ого, он здоровый! Ребята, тяжелая артиллерия. Не взяло. Сейчас я его с РПГ долбану, Димас. А где он? Вот он. Ого, аномалии. Классный режим получился, мне нравится. Самодельный, самый лучший. Да как он так дамажит? Землетрясение. На. А я думал, ухо кинул. Но я же молодец, все не знали. А если я буду на автобусе, она будет дамажить? Да. Все, убил его, Димас. Красава. Короче, ребята, мы еще скачали новое оружие. Куча монстров новых. Пацаны, давайте оружку, дайте, я выдам себе. Давайте с калаша постреляем. Давайте. Хочу калаш. Ну чё, кто там? А, так это не калаш. Обакан какой-то. Я по звуку знаю даже калаш. О, аномалии. Класс. Так, Сережка, я за тобой. Пойдем исследовать, кто еще жив остался из них. Погнали. По-любому еще кто-то есть. Давай. Такая атмосфера крутая. Музычка появилась. Эй, чувака убило, что ж ты невнимательный? О! Это кто? Это контролер. На, хороший был контролер.
Офигенное сопровождение звуковое, круто. А кто это? Это он до сих пор. Стоп, саунд лучше пропиши. Нет, пропадает само. Знаешь, что не хватает? Чтобы это были спауны. Тогда ж... Хотя нет, спауны это ж не на прохождение, тогда будут сзади появляться. А прохождение, когда ты убиваешь. Стоп, саунд. Так, Сережка, ты где? Я вижу, тут... вижу. Иду. Лучше осматривайся по сторонам, тут, возможно, химера будет. Внимательно все чекаем. Слышу! Где? Ну нафиг, я сразу на этот запрыгиваю. Ого! Еще? Это она что, притворилась мертвой, что ли? Я спасу тебя. Возможно, нет. Серега, сейчас, не спеши. Да ты не видишь сюда. Сыкотно. Они очень умные, Сережка. Она самая опасная. О, блин. Еще одна. Нет? Да. Где? О, блин. Ой, извини, чувак, в голову попал. Да отвали ты. Сережка. Помогите. Ты пыхни к себе, я помогу тебе. Серега, чё они такие жесткие? Так они так в игре, они так в игре и есть? Да. Это самые опасные хищники, Димас. Мутанты, точнее. Чё их не убивает? Вот, убила, блин. Блин, да Серега, они реально мощные, очень. Еще одна? Нет, это уже кровосися. Кровосиська. Серега, мне дорожку выдать, я заныкаюсь в помещении. Внимание, перезарядка. Знаешь, что надо нам взять? Что нам надо взять? И возьмем, давайте все-таки вот это очень мощное оружие. Так, проходим дальше. А, меня съели. Блин, он у меня увидела. Очень стрёмные челики. Заряжаемся, ребята. Фух, выходим. Выходим. Сережка, можешь ко мне ТП-хнуться? Я тут. Жду тебя. ТП-хайся ко мне. Жди. Я бегу. Ой, Серега, он ко мне невидимый подошел. Ну? И чуть не убил меня. 37 хп осталось. Убил King Gunfire. Это аномалия убила. Патроны нет. И у меня кончились. Заряжаемся. Я ему на голове стою, это жесть. Ребята, круто. Серега, молодец, запилил такой режим нам. Это самый крутой режим, который играл. Хорроры все отдыхают, ты понимаешь? Он притянул к себе. ТП как себе, Сережка. Это кровосос, он тебя кровь сосал. Сосал кровь. Ого, мы тут зафигачили труп. Кстати, FPS добавилось так уже, сразу четко стало идти. Ребят, смотрите, как мягенькая картина идет. Слышь, сдохни. Не убил, убил ты его. Да. Ого, у меня есть снайперка. Давайте с него постреляем. И вот это еще есть. О, давайте с этой все-таки штуковины. Так, Сережка, гранат себе выдам, стой. Окей. Я вообще не ждал, что они такие мощные, ты понимаешь? Кто же знал? Все, я готов, ты где? Я здесь. Я слышу их! Медведь! Слышь, медведь! Офигеть, тут медведи мутированные есть? Ага. Да, блин, это все лучше и лучше. Серега, я теперь буду так всегда постоянно играть, так намного интересней. Да. А еще когда не ты стал NPC, а кто-то, это намного круче. Да. Так. Внимание, чекаем все. Мы правильно идем? Не знаю, я иду да куда угодно, но главное, чтобы мутантов не было.
Там нема, да, никого? И там нема. Он мутанта вочит. Ну или винта. Аномалия мочит. Так, давай сюда. Все-таки давай, мне кажется, мы оттуда пришли, сюда идем. Да, вот тут мы проходили. О, тю, блин, Фишман испугал. Там спаун, да? Кстати, стемнело, ты обратил внимание, ночь настала? О, вон монстр! Ой, блин, это Фишман! Ты кто такое? Серега, скажи ему! Кто? Скажи, чтобы меня не трогал! Да чё я именно? Почему я? Морда ты вонючая! Офигеть! Может они ночью больше оживают или чё? Или более активные, что ли? Да. А, ты живой, Димас? Да! Я им морды выношу, раскрышиваю. Ага, как больно! Ого, тут аномалии! А, меня затянуло воронку. Где они? А можно этих NPC на воронку натравить? Да. Так, это мы убили. Ах ты! Я его не увидел. Так, оружку берем. Гранат, давайте выдай. Я знаю, что граната здесь очень мощная. Так, Сережка, ты пэхни к себе. Где? Ого, вот. Отлично. Где ты? Морда. На, попей. Ой. Извини, не хотел. Сережка, нам сюда? Мы обратно идем. Так, сюда нам тогда. Очень крутая атмосфера. Настолько, что я взял гранатомет. Так, ночью надо... Димас, мутанты поактивнее будут. Ребята, давайте 2000 лайков, и мы сразу будем снимать с Сережкой новую серию. Кстати, хочу сказать, что эти серии длинные будут. Они не будут по 10 минут, по 15. Не получается так. Что за звук конченый? А чё с ним? Не знаю, кто это смеется. Так, я взял патрончиков немножко. Где это? Повторяю, один тупой. Оружие нахрен убери. Чё это ты? Это библиотекарь. Прикольная озвучка. Мне понравилась на русском. Смотри, вот он лежит. Чувак. О, ты как он лёг, прикольно. Ты кто такой? Красивая оружка, у меня очень мощная она, кстати. Да. Ничего себе, карта здоровенная. А в эти дома можно заходить просто для прикола? Да. Офигеть, еще и внутри можно лазить. Так. Ладно, мы вовнутрь-то не будем идти. Я зашел внутрь. Ну идем. Слышишь? Да. Это внутри? Да. Чё он ничего не делает? У него оружия нет, Серега. А нет. А он не убивается, он простреливается. Ой, это кто? Ого. Это было очень мощно. Это кровососи мутанты. Ого, их тут. Мощная оружка, мощная. Можно взять себе какую-то снайперку, вот такую вот, допустим, под 20 патронник. Бери. Так, дальше продвигаемся. Никого не вижу. Тоже. Тут никого. Мы правильно идем? Ты где, Димас? Я тебя потерял. Ой, тут какой-то голожопый говнюк за мной ходит, блин. Ты постреляй, я его услышу. О, слышу. Бегу. Бегу. Слышу. Вот, да пришел. Где он? Говно, не выбивают пушки у меня. Это оружие забирает он, да? Да. Есть, Сережечка. Хорош. Мощная оружка. На. Так, какой? Давайте хочу все пострелять немножечко с каждого. Здесь вроде ничего. Слышишь, свинья какая-то или что это?
крякает. Нет. Че, мы прошли, что ли, или нет? Не знаю. А что дальше тут? Это конец? А, нет, не конец карты, еще сюда. О, вижу, вижу NPC-шек. Сложил. Слышу еще какие-то крики. Слышите? Ого! Фантомы, Димас. Так где ты, фантом? Дробаша в голову. Ого! Кто оно такое, блин? Это псевдособака. Ого! Чё творится? Это аномалия. Чё за аномалия такая? Призрак. Ого, она летает. Чё она творит? Это жопа. Ого, я подлетел, что ли? Ого, что она творит? Надо валить, надо валить. Надо убить её. Её убить можно? Да. Ух ты, что творится? Вали, Димка! Я её вижу, я её вижу. Я в неё стреляю сейчас. Так, Серега, ты где? Вот, я вижу. У нас злится, да, получается, или что? Застрял, да. Убил. Хорош. Красава. Кто это за монстр? Иди сюда. Ты кто такой? Это тушканчики. О, Сережка, извини, я не хотел. Как их убить? В голову стреляй, зомби. Ой, прикольно отлетел. Еще где он? Ой, блин, звуки прикольные. Умер. Эй, Сережка, их тут много! Я бегу, Дима, держись. Так, Серега, 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 что делать? Мочить их. Ой, какая хорошенькая. Так, 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 что у нас есть? Все будет жопа. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, спать в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Ого, жахнуло. Выброс, да, Серега? Да. Сейчас.